Украина є великою державою. Украина – это великое государство. И мне бы хотелось, чтобы в этом году об этом узнали в мире и Европе. Я переконан, что молодой, амбитный, прогрессивный коллектив телеканала UATV. Я убежден, что молодой, амбициозный и прогрессивный коллектив канала UATV может развивать этот проект, проект популяризации Украины в мире, тем самым вложив большой сегмент в реализацию проекта, который мы называем «После революции достоинства» «Новая великая страна Украина». Украина – это прекрасные люди. Пришло время рассказать миру, что Украина — это прекрасные люди, красивые пейзажи. Это возможность вкладывать свои деньги в бизнес и инвестировать в экономику Украины. Без телеканала UATV это невозможно. Окончание реформ системы оповещения Украины — это один из первых приоритетов, которые стоят перед министерством. Для нас очень важно, чтобы об Украине услышали в мире и чтобы мы стали ключевыми игроками Центральной Европы. Я знаю, что на телеканале UATV работают очень профессиональные, молодые и амбициозные люди. Я знаю, что с поддержкой государства они могут свернуть горы. И я бы хотел, чтобы все препятствия и те горы, которые стоят на пути работников UATV, были сокрушены.